Дорогие джамбуз, я уже стою на известном всем месте, это вот недалеко от кафе Шалпан, бывшее, сейчас тут по-другому называется, наш парк, кофе-кофе, вот, и это вот аллея, с левой стороны это бывший Комсомольский парк, сейчас имени Турара Раскулбекова. Не Кайрата, а Скулбекова. А здесь вот мы видим аллея фонтанов. Больше 200 метров она длится. Памятник Тулеби. Вышенный кинотеатр Чканова-Лиханова за ним. Сейчас Астана-парк. Также вот мы видим ЦУМ. Такая вот картина. Бывший технологический институт легкой пищевой промышленности. Сейчас Тарасский государственный университет. Вот. Ну вот такая картина сейчас.